Нет, это не действенно, это не помогает. Это я точно знаю, кто курит, тот продолжает курить и не обращает внимания на это. Абсолютно не действенно, потому что, ну, кто хочет курить, тот курит. Ну, знаете, кто хочет курить, тот все равно будет и не читать. Даже у меня муж бросал, когда курить, так он перекладывал эти сигареты под сигар, чтобы не видеть ничего этого. Так что я думаю, это каждому свое. Кто, как настроен человек? Мне кажется, 100% недейственно, потому что, ну, как-то... Даже не знаю почему, но я сам не курю, но если бы я курил, я бы никогда не обращал внимания на эти надписи. Нет, как бы человек, который хочет курить, он будет курить, и который не хочет курить, он курить не будет. И как бы табличками, которые написаны на сигарете, сомнительно то, что можно как-то исправить ситуацию. Едва ли он будет читать их. Бросил в первом классе, завязал, и все, с тех пор. Курение вред, курение яд.